31-я серия турецкого сериала «Основание Осман» выйдет на экраны Турции 28 октября. В этой серии мы увидим следующее событие. Эртугрул встретился со своим сыном, которому было поручено остановить любым способом Гайхата. Османа больше всего интересует вопрос, доверяет ли ему отец или нет. Отец сказал о том, что он является надеждой для всего их стойбища. Эртугрул был очень мудрым человеком. Он не хочет допустить того, чтобы в его собственном стойбище шла кровавая борьба против братьев. Поэтому он каждому старается дать такое поручение, которое имело бы особую важность. Тогда между ними не будет споров, и никто не станет показывать свое превосходство. Хазал Хатун также считает, что если братья пойдут друг против друга, то никому не будет спокойствия. Осман не может понять, что именно он сделал не так и почему отношение отца к нему так сильно изменилось. Осману кажется, что он сам же, не жалея, совершил такой поступок, который убил всю любовь его родителя, и от этого ему было очень больно. Хоть бы он знал, где оступился и что сделал не так. Может, попытался исправить свои ошибки. Враги строят новый коварный план. И они намерены реализовать его в тот момент, когда Гайхат совершит нападение. Ведь это будет самый подходящий шанс нанести соперникам неожиданный удар. А мы напоминаем, что 31-я серия турецкого сериала «Основание Осман» выйдет на экраны Турции 28 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.